Вот так вот. At work, to say hello. На работе зашел поздороваться. Мне очень приятно, спасибо большое. Авокадо, привет. Кристиан, привет. Красавица, девушка, привет, привет, привет. Кто чем занимается? Блин, в батон не пойдем пока что. Не пойдем в батон, не пойдем, не пойдем. Окей, окей. Спасибо большое. Спасибо огромное. Hello from Germany. Hello, Кристин. I from Russia. Лилечка, пойдешь? Лилечка, пойдем чуть-чуть посидим. О, спасибо за подписку. Наконец-то шубка на своем месте. Это не шубка, это не шубка. Это халат. Это халат, ребят. Это халат. Ну, не больше, не меньше. Спасибо. Джулина, чем занимаешься? Поначалу приятная девочка была, оказалось. Тофик, мы сейчас будем пытаться гулять, понятно. Тофик, если на твои тупые какие-то там ответы, вопросы я тебя обидел, ну как бы извини, я тоже не готова слушать говно в свой адрес, ну необоснованное всякое. То же самое, что ты сейчас написываешь всякую ерунду, ну как бы извини, ты просто больше не зайдешь на мою трансляцию, вот и все. Я, наверное, пожелаю тебе хорошего, хорошего дня. Всего самого наилучшего. И скажу тебе до свидания. Люблю русские девушки. Кристиан. Биг Босс, привет. Джеймин, чем занимаешься? Министр П, привет. Спасибо большое. Настя. Это не шубка. А, под шубкой, кстати, ничего обычного. Маечка и велосипед. Вот и все. Приветик. Приветик, приветик. Настя, ты мой, что ли? Ты что, не мой? Стала отдохнуть, покушать, и американо взял без сахара. Самое главное уточнение. Американо без сахара. Ой, боже мой. Приятного тебе аппетита. И ник менять не надо. Новая Настя. Бля. Звучит обидно. Тогда это Стася. Никто у меня Стася. Ну так я Настя. Приятно познакомиться. И ник менять не надо. Показать тебе пятку. На, смотри. Фетишист. Взаимно я Юра. Юрец, 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 Юра. Юра, Юра. Очень приятно познакомиться. Настя и Юра. Чем занимаетесь? Сутки без сна. Блин, да ты вообще со сном как-то, ну, шутки шутишь. Ничего, такие часики ремарковские. Прикольно, смотрите. Другие вы не видели, но не там не буду вставать. Но они один стандарт. Иришка, привет. Ириска. Иришка, Ириска.
Саш, привет. Ты как я? Блин, я пришла, вернулась и такая думаю, блин, я посплю. Что вы думаете? Я легла. Я вот честно вот легла. Легла и пролежала полчаса. Просмотрела в потолок, понимаю, что я спать не хочу. Думаю, ладно, полистаю, посмотрю. А ты про кофе, она про часики. Я думаю, про сон, то, что я не сплю. Я думаю, посмотрю-ка я, кто в эфире. Ходила. Думаю, что я хожу по трансляциям, по чужим. Нужно идти в свою. Новый месяц, новый план, все дела. Ну вот, короче, вот так вот я оказалась с вами. Ничего нового. Лютик, привет, Саш, привет. А так, кофе вот. У меня без сахара, но с сиропом. Спасибо за подписку. Первый день еще пока ведущие добрые. А, нет, добрым будьте 5-6. А что 5-6? Почему 5-6? Когда зарплату получим, что ли? Нет. Ведущие все всегда добрые. Добрый день, солнышко. Но становится добрее, когда вы радуете подарком. Вот и все. Говоришь, как я без сахара. Но у меня есть сироп. А сироп, там сахар. Они же все сладкие. Так что так, спасибо за подписку. Спасибо. Сердечки, привет. Поэтому гуляйте, общайтесь, наслаждайтесь, дарите эксклюзивочки, подарочки, лайки. Никто никогда не видел. Вот зашли на трансляцию, вот зашли к предыдущему трансляцию, вот у вас есть эксклюзивки, они же бесплатные. Вам что, жалко по одной подарить? Трикстер, привет. Механ, здорово. Это же бесплатно. Или на карту, как говорит владелец самой карты. Да, или на карту. На карту так это вообще приятно. Привет. Спасибо за подписку. На карту это вдвойне приятнее. Так что так, поэтому, ну почему бы нет? Трикстер, спасибо большое. Всем привет. Тринтер, привет. Тринтер дарю тебе раньше. Тринтер дарил мне раньше, но сейчас он мне ничего не дарит. Видите, у Бига память хорошая. Пишут, кто, когда, что дарил. Как твои дела, Тринтер? Спасибо за подписку. Спасибо огромное. Тринтер больше не заходит. Почему Тринтер больше не заходит? Сам-то большая любимица. Всем привет. Бываю тут на 5 минут. Понятно.